Привет! Меня зовут Паша, и сейчас расскажу вам историю, как я купил эту машину. Знаете, как это бывает? Ты сначала очень воодушевлен, тебе нравится эта идея, а потом начинается. Ты ходишь по сайтам, звонишь в эти салоны. Там никто не обращает на тебя никакого внимания. Такое ощущение, что ты никому не интересен, и вся эта покупка превращается в пытку. А потом я случайно оказался в автосалоне, где работает Вова. И это было решающим фактором. Небо и земля. Я купил бы у него любую машину, потому что никаких накладок. Я еще из салона не вышел, у меня уже письмо. Я звоню, и никакого ожидания. Сразу звонок попадает на Вову. Не знаю, как он это делает, но даже когда на Фейсбуке сидел, видел рекламу, где был этот Вова. А стоило зайти к ним на сайт, он сразу мне звонил. За те пару дней, что длилась сделка, я чуть ли не сдружился с этим менеджером. А когда машину забирал, даже обнять его захотел. Слушай, а чё он такой радостный, а? Да чёрт его знает. Чудик какой-то. С тех пор, как внедрили AMA CRM, они все какие-то радостные. AMO CRM помогает превратить потенциального клиента в покупателя. Проведет его по воронке продаж. Сама напишет письма, обработает запросы и звонки. Покажет на разных этапах целевую рекламу и поставит менеджерам необходимые задачи. Любой менеджер может вызывать восхищение. С AMO CRM.